Следующие выборы в австралийский парламент назначены на 21 мая. На них действующий премьер-министр страны либерал Скотт Моррисон поборется за кресло с лидером либористской партии Энтони Албанизом. Последнему прочат победу соцопросы. Уже сейчас правительственная коалиция Скотта Моррисона занимает лишь 77 мест в Палате представителей из 151. Наше правительство не идеальное. Мы никогда этого и не утверждали. Зато мы честные. У нас есть недостатки, но вы же видите, что мы сделали для Австралии в невероятно сложные времена. И вы видите наши планы – создать больше хороших рабочих мест и сделать уровень безработицы самым низким за последние 50 лет. Правительство Скотта Моррисона критикуют из-за приверженности премьер-министра углеводородам. Он заявляет, что Австралия будет добывать и экспортировать уголь, пока на него есть покупатели, и не присоединился к странам, решившим снизить углеродосодержащие выбросы к 2033 году. Три года наводнений, лесных пожаров и пандемии также не играют на руку действующему премьеру. Тем временем Энтони Албанис настаивает на том, что после 9 лет правления либералов наступило время отстранить их от власти, и обещает бороться с коррупцией и изменением климата.